стек 240 кейс. Название, по-моему, вообще ничего не означает. Здесь у нас явно есть такие вот стальные такие накладочки, да, в месте крепления замка. Это накладка, насколько я понимаю, на пластик. Смотрится красиво, симпатично. Несет ли какую-то реальную нагрузку, не знаю. Но предположительно, в очень холодную погоду металл тяжелее будет. Ручка прорезиненная, плотная. Клапан стравливания давления. Смотрите, такой же, как везде. На больших кейсах очень удобный механизм открывания. Вот такой вот двухкомпонентный, да, скажем. Изнутри там стоит традиционный кусочек стали. Закрывается хорошо, приятно. Открываем. Здесь у нас внутри есть убожая инструкция, как его открывать и закрывать. Забыли, мы в Китае. Так, верхняя пена. Как делать? Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин IKEA. Так. 26,5. На 37,5, почти 38. Толщину 4 вот здесь нету. А, не, есть. Почти 4,5. Чуть меньше. Так, кусок пены не подготовлен. Пена там не какая-то, знаете, супер-пупер, адсорбирующая все удары за миллион долларов космического шаттла. Не, просто, ну, хорошая, плотная. Вот пена подготовлена. Толщиной, ну, пускай сантиметр будет, на самом деле, 8-9. Где-то так. Вот эти две одинаковые. Пустота. PF4. Ну, как я уже говорил, берут это в основном компании для перевозки всякого физического оборудования, GPS и маньяки-фотографы для перевоза своих маньячных зеркалок. Сделано добро, можно брать, конечно, типа российские, типа иностранные, но положит меня сомнение, что, скорее всего, делается все в одном месте. Пластик добротный, отзывы по этим кейсам практически отсутствуют, хотя их много брали, это значит, что ничего не сломалось. Обычно, когда что-то ломается, на фрейд сообщают. Вот, ну, обычные граждане берут чаще вот такие вот небольшие, для просто GPS или каких-то там денег в лодку, например.